Так, ну вот сегодня мой последний день в Болгарии. Я нахожусь в Софии возле Национального дворца культуры. Или, как говорят на болгарском, Национальный дворец на культура-то. То есть в болгарском предлог «на» это имеется в виду чей-то. То есть на русском этого нету. А тут получается и предлог, и еще меняется само слово культуры. Культура, то есть культура. Национальный дворец на культура-то. Вот тут самый центр Софии, рядом бульвар Витоша. Я на нем вчера был, сейчас туда еще раз тоже схожу. И потом пройдусь к сердике, там, к синагоге, к мечети. А сейчас, наверное, пройдусь тут по этой аллейке. Вот. Такие вот аккуратненькие аллейки. Фонтанчики бьют. Вот если бы везде так было в Софии, было бы вообще отлично. Вот, а там вдалеке это и есть Национальный дворец на культура-то. А тут парк. Так, ладно, пройдусь дальше немножко от фонтана. Вдоль этой аллейки с фонтанами. Честно сказать, между нами, девочками, из трех городов балканских, из трех балканских столиц, в которых я был, вообще-то я был даже в четырех. Я в Подгорице тоже был проездом, но это вообще не считается. Из трех балканских столиц, то есть из Софии, Белграда и Скопье, мне больше всего понравилось Скопье. Потому что он какой-то очень интересный город, Скопье. То есть там и река течет в середине, и много интересного. Такой очень разнообразный город. Не знаю почему, как бы вот по сравнению с Софией, он какой-то более колоритный такой. И очень красивая природа там. Сверху эти горы и канатная дорога. И вроде все как в Софии, но чем-то мне больше запал, как бы, вот в душу Скопье. Хотя София второе место точно берет, потому что Белград город, в общем-то, ну, не очень, скажем так. По-простому говоря, город ни о чем. Так мне показалось. Не, ну есть там что посмотреть на день, но не более того. Так, а сейчас подойду к самому Национальному дворцу на культура-то, то есть Национальный дворец на культура-то. И, может, пройдусь еще по улице генерала Скобелева там, да, я вчера еще по ней не проходился, там трамваи ходят такие интересные, раритетные. И потом, наверное, вернусь в сам центр, к памятнику царю-освободителю и все такое. Да, конечно, для полноты картины мне что еще надо посмотреть? Надо посмотреть Сараево обязательно и Загреб. И тогда можно будет сделать такой всеобъемлющий доскональный вывод. Про Люблино даже не говорю, потому что это как бы ну не совсем уже Балканы, Словения. Хотя она тоже входила в Югославию. На первом месте хочется Сараево посмотреть. Что-то мне кажется, что он будет напоминать Скопье тоже. Не, и в Софии тоже есть мечеть, и синагога, и все действует, и все. Но, тем не менее, как-то почему-то мне Скопье чуть больше понравилось. Не в обиду Софии будет это сказано, конечно. Вот, так. Пойду сейчас к этим вот, к самому центру. Вот, там я вижу возле Национального дворца на культуру, то вижу это. Стенды с будущими там это у них представлениями. Я вижу там это Анна Каренина, например. Интересно, когда вот надо посмотреть сейчас. Так, Степан эту забрану, ну и какие-то тут графики, ну понятно. Так, ладно.